улице. Вот. Зябко, сыро, не хочется почему-то выходить, потому что хочется дома завалиться, укутаться пледом, смотреть, я не знаю, какой-нибудь мультик, да? Вспомним, да, мультик даже «Дядя Федор», и как-никак пить горячий чай с медом. Холодильник открой. Да, прям сейчас подбежался, я холодильник открыл. Да. А что ты, холодильник, а что там у нас? Ну открой, покажи, что там у нас. Ничего у нас нет сейчас. А что они говорят, что, ну что, бомжи что ли какие-то? Нет? Оль, ты одеться тебе надо, ты же... Вот, чуть-чуть покажи. Вон, что-то стоит. Йогуртики. Гречу едим. За здоровый образ жизни, крупы, каши. Гречу едим. Иногда горох банками жрём. Горох банков мы постоянно едим. И гречу. Горох и гречу едим. Это наши самые такие блюда, самые вкусные. Вот, вот так мы, короче, и дурачимся.